Всем привет, это компания HomeHeat, я ее представитель. Сегодня мы поговорим о дизайн-радиаторах компании Thermo. Поехали! Thermo, Польша. Один из ведущих производителей полотенцесушителей и дизайна радиаторов. О полотенцесушителях вы можете посмотреть соответствующий ролик. Это полотенцесушители. А сегодня радиаторы. Дизайн-радиаторы – это водяные и электрические приборы, внешний вид которых не имеет ничего общего с обычной батареей. Плюс к этому это радует глаз, так что почему нет? Радиаторы Thermo есть как привычной формы трубчатые, так и дизайн серии в виде перегородок, вешалок и зеркал. В ассортименте имеется более 100 различных моделей, более чем с 10 размерами в каждом. Они могут быть горизонтальными, вертикальными, круглыми, квадратными, узкими, толстыми, высокими, низкими, какими угодно. Они комплектуются качественными аксессуарами. Крючки, полочки, вешалки – все это для удобства и расширения функционала. Помимо этого, вы можете выбрать любой из почти десятка блоков управления со шнуром или со скрытым подключением в стену. И подключить его к радиатору или полотенцесушителю либо слева, либо справа. Также, по вашему желанию, вы можете окрасить любой дизайн-радиатор Thermo в один из 250 вариантов цветов и оттенков. Помимо стандартной палитры RAW, вот она. Существуют еще две дополнительные палитры цветов Thermo, включающие в себя такие цвета, как металлик и другие фактуры. А самое главное, что сделанный в Европе полотенцесушитель дизайна радиатора Thermo можно купить по привлекательной цене, по очень привлекательной цене, существенно более низкой, нежели чем итальянский или немецкий дизайн радиатор. Ну что ж, баста. Я все рассказал вам о дизайне радиаторах Thermo. Хотим узнать больше на наш сайт. Приходим к нам в шоурум. Пока-пока.